자여라타 마다바 공자베하루 자여라타 마다바 공자베하루 Gopi Janabalaba Gire Varadari Jaya Gopi Janabalaba Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Yannachiravanachari Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Шиши Гор Нитай Ки Джай, Шила Пропада Ки Джай, Нитай Гора Премананде Рибу. Хари Кришна, доброе утро. О намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Нараянам намаскритья. Нарам чива нароттамам. Девим сарасватим вьясам. Тато джая мудирает. Нашта праеша бхадришу. Нитья бхагавата севая. Бхагавати юттама шлоке. Бхактир бхавати наштики. Хари Кришна. Так мы продолжаем изучать Шримад Бхагаватам, песень шестая. Эта песня называется «Обязанности человека». Глава седьмая. Индра наносит оскорбление Брихаспати. Текст тринадцатый.
Так, а мы повторяем или нет? А? Повторяем? То есть нет человека ответственного. То есть я сам прочитаю, да? Хорошо. Ях параместьям дхишанам адхитиштхан наканчана пратьютиштхет ити бхуюр дхармам тена парам видуху. Яха, который параместьям царский дхишанам престол адхитиштхан занимающий на ни канчана кто-либо пратиютиштхет пусть станет, чтобы приветствовать идти так бхуюх скажут дхармам закон религии те они на не парам высшие видуху знают. Перевод стиха и комментарий его божественной милости Абхай Чаранравинды Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупады. Да, это слова, которые произносит Индра, который, когда он сидел на царском троне и во всем своем великолепии, вместе со своей женой Шачи, рядом сидела Шачи. Вот. И все полубоги, ганхарвы, апсары, все пели славу Индре. Вот. И он, да, чувствовал себя на, так сказать, на вершине блаженства материального, конечно же. Это совершенство материальной жизни, быть центром, да, то есть так. И все тебя прославляют, все замечательно. И тут неожиданно появился его духовный учитель Брихаспати. И это означало, что Индре нужно было отказаться от духонаслаждения, сойти с трона, да, усадить на него Брихаспати и начать, да, выражать ему почтение. И у Индры просто пролетела мысль, как же не вовремя он пришел, да. Брихаспати тут же все понял, да, и повернулся и просто ушел, исчез. Да, принял невидимую форму. Он понял, что Индра возгордился, да, привязался к своим наслаждениям. И как мы видим, именно это является причиной проблем, да, полубогов. Проблема у них начинается с этого момента, как только наслаждение собственное, да, у них начинает доминировать, привязанность возникает сильная. Они начинают все терять, да, сразу же. И это также говорит о, на самом деле, о нашей собственной жизни тоже. Если дух наслаждения начинает у нас преобладать, мы начинаем постепенно все терять. Все благочестие, ну, возможности все. Итак, Индра, совершив этот проступок, он тут же, да, осознал, о боже мой, что же я сделал? Мы же теперь все потеряем. То есть он испугался на самом деле, что они потеряют теперь все, богатство свои, ну, все могут потерять. Они полностью зависели от могущества и силы, и защиты Брихаспати. То есть Брихаспати был могучим очень браманом, обладающим большой силой, и все богатства, вся сила полубогов, да, она как бы опиралась на Брихаспати, который совершал ягью также, да, и, в общем, создавал благополучие этих полубогов и их могущество. Демоны даже не могли сравниться с ними по силе, поэтому полубоги их много раз побеждали, они пытались там иногда нападать, но полубоги всегда легко их побеждали. Но теперь, когда они потеряли эту силу Брихаспати, Индра испугался. То есть он понял, о боже мой, что ж теперь будет? Надо немедленно, да, вначале он раскаивается здесь, потом он, ну, пытается найти Брихаспати, но не может его найти, потому что Брихаспати принял невидимую форму. И Индра со всем своим могуществом никак не мог, да, его найти.
Итак, здесь Индра раскаивается в совершенном поступке. Он говорит: «Тот, кто говорит, что восседающий на троне царь не должен вставать, чтобы приветствовать другого царя или брамана, не знает высших законов религии». Но кто-то мог как бы в утешение ему сказать, что Индра, ну, царь не обязан вставать перед всеми, кто приходит. Но Индра здесь, как бы отвечая на это, ну, сомнение, которое могло возникнуть у всех или у кого-то, он говорит, что тот, кто думает, что царь не должен вставать, если приходит какой-то браман или вайшнав, да, то есть он на самом деле не знает высших законов религии. Царь должен подняться. И не только царь, а в некоторых случаях даже, ну, даже браман или там, ну, в общем, должен подняться. Да. В свое время есть эта знаменитая история, когда Господь Баларама путешествовал по святым местам и пришел в место Намишарани. И там Рамахаршанасута сидел, да, тоже на висасане. Вот, и все мудрецы поднялись, чтобы приветствовать Балараму, кроме Рамахаршанасуты. И он вообще никак не выразил почтения, даже не сложил ладони. То есть он просто сидел, ну, с этой точки зрения, что тот, кто сидит на висасане, он как бы считается старшим, поэтому он не должен вставать. Это была его ошибка. Поэтому Господь Баларама начал в гневе, да, ругать его и говорить, что этот Рамахаршанасута, мало того, что он, ну, вообще даже не браман, то есть он, ну, у него была браманическая природа, но тем не менее это смешанная каста, и тут множество браманов и так далее, то есть он, что он, хотя он ученик Вьясадевы, да, то есть он изучил под его руководством все пураны, итихасы, вот, тем не менее, и он знает их, и может их пересказывать, причем так, что у всех дыбом волосы вставали, да, то есть так он очень красноречиво мог говорить, но он ведет себя как актер на сцене. Актер, он тоже может играть роль очень хорошо, так что слезы будут течь у всех. Ну, он просто играет эту роль. На самом деле он этим не является персонажем, но он может очень хорошо сыграть. Точно так же, ну, Рамахаршанасута играет роль теперь тут рассказчика Пуран. Вот. И я пришел, чтобы уничтожить демонов и таких негодяев, как Рамахаршанасута. Я решил уже не брать оружие в руки, поэтому, в общем, он взял соломинку и просто стукнуло по голове. Это очень, да, олицетворяло, что нужно быть смиреннее травинки, лежащей на улице, на дороге, да, то есть смирение травинки. Так он, травинка его, да, заставил, да, оставить тело. Вот. И здесь, да, мы видим, как Индра тоже оскорбляет своего наставника, не оказывая должное почтение. Он-то уж точно должен был встать. Это не висасана никакая, а трон. И это перед ним его духовный учитель. Да, то есть он обязан был встать и склониться перед, и уступить место своему духовному учителю, наставнику. В комментарии говорится, Шрила Вишнава Чакраварти Такур поясняет, что правитель, сидящий на троне, не обязан оказывать почтение никому, кроме своих старших, духовного наставника, браманов и вайшнавов. Этому есть немало примеров. Когда Нарада однажды посетил Господа Кришну, тот восседал на троне, но, увидев великого мудреца, тут же поднялся, чтобы вместе с царедворцами почтить его. Нарада знал, что Кришна – верховная личность Бога, а Кришна знал, что Нарада – его преданный. И все же Господь не стал нарушать обычаи. Нарада был брамачари, браманом и возвышенным преданным, поэтому даже сам Кришна, играя роль царя, выражал ему почтение. Так было принято в ведическом обществе. Но если люди не знают, как следует почитать представителя Нарады и Кришны, как правильно устроить общественную жизнь и как развить в себе сознание Кришны, если они стремятся только к тому, чтобы каждый год производить новые автомобили и строить новые небоскребы, а потом ломать их и опять сооружать новые,
Такое общество не заслуживает называться человеческим, несмотря на все его успехи в развитии науки и техники. Истинно развитое общество устроено по принципу чатурварнья. Оно разделено на четыре класса, четыре сословия. В обществе обязательно должен быть класс идеальных людей, на которых равняются все остальные. Это первый класс – наставники общества. Второй класс – это правители. Третий класс – те, кто производят пищу и заботятся о коровах. А четвертый – те, кто служит трем высшим сословиям. Всех прочих, кто отказывается следовать этой социальной системе, относят к пятому классу. Общество, которое не живет по ведическим законам, не может заботиться о подлинном благе людей. В этом стихе Индра говорит «Дхармам тена парам видух». В таком обществе никто не знает ни о высшем законе религии, ни об истинной цели жизни. Ом агьяна тимирангасья агьянанджана шалакая чакшурун милитам яна тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитам яна бутале Свайам рупа кадамахьям дадати свападантикам джай ши кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхакта вринда харе кришна харе кришна 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 харе 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 рама харе рама 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 харе харе. Итак, это шестая песня Шримад-Бхагаватам, и она раскрывает особую тему Бхагаватам. На самом деле, в каком-то смысле, это сердце Шримад-Бхагаватам или сердце Кришны. Вот. И что же в сердце Кришны? В сердце Кришны Шримати Радхарани. Шримати Радхарани – олицетворение чистой бхакти. И в этой песне описывается превосходство чистой бхакти над нечистой. Да, собственно, это основная тема. И поэтому все истории шестой песни Бхагаватам, они сравнивают нечистую преданность и чистую преданность. Начиная с истории про встречу ямадутов и вишнудутов. Так, на самом деле, это не история Баба Джамиля, а встреча, это история о беседе между вишнудутами и ямадутами, свидетелем которой стал, конечно, Джамила, и это его преобразило. Вот. Вишнудуты олицетворяют чистых преданных, а ямадуты – нечистых. Да, и между ними происходит обсуждение. Ямадуты высказывают принципы, ну, описывают, опираясь на веды, вот, и утверждают законы кармаканды, то есть нечистой преданности. Для достижения определенного счастья в этом мире нужно следовать ведам. Вот тот, кто не следует ведам, значит, он в викарме, да, то есть он совершает грехи и, соответственно, должен быть наказан. Но тот, кто следует ведам, да, он возвышается, да, и он получает все блага. Вот. И они, как ямадуты, должны были следить за тем, кто как действует. Если человек благочестивый, то этот человек возвышался в рай. А тот, кто совершал грехи, как Аджамила, он должен был быть наказан. Да. То есть так думали ямадуты, но тут вишнудуты, да, ввязались и сказали: «Стойте, стойте, а ну-ка объясните нам, как вы понимаете религию». Вот они так объяснили. И вишнудуты, да, покачали головой, сказали: «Даже блюстители порядка во Вселенной не знают истинных законов религии». Вот. Потому что Аджамила уже очистился, он повторил святое имя. И те очень удивились. Так просто, один раз повторив святое имя, можно очиститься от всех грехов. Что за такая религия? И они отправились, соответственно, выяснить у Ямараджа, кто еще тут во Вселенной имеет такую власть, что даже Ямараджа, то есть отодвигают его слух, то есть очень удивились, что есть кто-то более могущественный, чем они, и что это за религия такая, просто Кришна повторил там, или Нараяна повторил, и все.
и всех грехов нету. Вот. У нас как бы предназначено для грешников там, пройти через адские миры, через наказание, тогда они очистятся. А тут Кришна, там, или Нараяна, и все. Вот. И когда они пришли к Ямараджу, Ямарадж, услышав эту историю, он возликовал и начал да, им описывать законы высшей дхармы, бхагават-дхармы, да, то есть чистой преданности. И услышав диалог между вишнудутами и ямадутами, то есть у Аджамилы пробудилась эта вера в путь чистой преданности. И когда он остался наедине с вишнудутами, ямадуты удалились, он, да, слезы брызнули у него с глаз, его сердце переполняло благодарность. Но вишнудуты тут же исчезли, чтобы дать возможность ямадутам, дать возможность Аджамиле глубоко осмыслить, что произошло. Да, то есть Аджамила раскаивался, то есть он плакал, он думал, боже мой, какие грехи я вообще совершил, как я мог так пасть? Но Господь, да, Господь пролил на меня милость, дал мне шанс, да, и поэтому он оставил все и тут же удалился в Гималайи, где-то там в Харидваре он совершал аскезы и достиг, не аскезы, а повторение святого имени. И повторяя святое имя, теперь он уже развил чистую преданность и любовь, и поэтому те же самые вишнудуты через некоторые вернулись и забрали его в духовный мир. И вот все истории, дальше будет следующая история тоже, Нарада Муни и Дакша. Дакша – олицетворение нечистой преданности, а Нарада Муни – чистой. И у них опять происходит конфликт. Да, то есть конфликт. То есть все время показывают конфликт, да, то есть между тем и другим. Вот. И самое интересное, что кажется, что Господь проливает особую тоже милость на нечистых преданных. То есть, например, он перед Дакшей лично появился и дал ему благословение на продление рода, там, на все. То есть, но тот просил его, то есть он хотел материальных благ, да, то есть вот что он попросил. И эта песня Бхагаватам раскрывает эту тему, одну из 10 тем Шримад-Бхагаватам, которая называется пошаном. Пошаном означает питание или поддержание. То есть Господь поддерживает и нечистых, и чистых преданных. Но есть разница, да, в этом поддержании. Нечистые преданные получают возможность удовлетворить какие-то свои желания, там, не знаю, продолжать род, там, и что-то здесь, богатство обрести и так далее в этом материальном мире. Но они вынуждены вновь и вновь рождаться, да, в материальном мире. То есть вот, вот что получают нечистые преданные. Но Господь их тоже поддерживает, да, хорошо. Оставайтесь в материальном мире, плодитесь, размножайтесь, да, как в этом Библии говорится. Плодитесь и размножайтесь. А чистых преданных Господь забирает назад, да, в духовный мир, они возвращаются назад. Вот Аджамила вернулся, да, пойдя по пути чистой преданности. Ну, Нарада Муни, естественно, вечный спутник Господа. И, конечно, центральная самая история шестой песни Бхагаватам – это история Вритрасуры. Вритрасуры и Индры. Здесь она как раз начинается, то есть мы читаем начало этой истории. Началось с того, что нечистый преданный Индра, видите, как нечистый преданный, все-таки собственное наслаждение, они, конечно, поклоняются Господу, но собственное наслаждение – это, ну, как бы смысл, да, то есть смысл жизни. Благочестивым образом, да, мы почитаем Господа, делаем все ритуалы необходимые, чтобы, да, наслаждаться в этом мире, да, то есть так. Поэтому Индра, когда он сидел на троне, то есть в этот момент он, ну, как бы вот этот дух наслаждения высшей степени, да, то есть у него разгорелся внутри, когда пришел Брихаспати, у него очень трудно было, да, как подавить в себе это желание наслаждаться. Поэтому, соответственно, он совершил этот проступок и оскорбил своего учителя. Вот. И с этого момента началась целая эпопея, да, проблем Индры. Ну, во-первых, демоны, да, напали на них, они все изранены и пришли к Господу Брахме просить, что же делать, что же делать. Вот, и Господь Брахма им посоветовал обратиться к Вишварупе. Вот, они пришли к Вишварупе, но при этом он их предупредил, только, ну, как бы не нужно обижаться на него, поскольку он благоволит также к демонам. Ну, у него по родственной там, с демонической
со стороны, не знаю, там отца или матери, в общем, у него были связь с демоническими также этими династиями. Но он великий, да, великий браман. Вот, видишь, Варупа начал с Эшатьяги, и опять полубоги, да, все, вернули себе все богатства, начали процветать. Вот. Но в какой-то момент Индра узнал, что Вишварупа часть плодов Яги, которые он проводил, отдавал, ну, своему роду по демонической линии. И он страшно разгневался, да, и снес своей ваджрой голову Вишварупе. И потом схватился за голову опять. О, боже мой, что же я теперь сделал? Да, я теперь вообще убил брамана. Да. Вот, и он начал думать, как ему избавиться от этого греха. Тогда он разделил, да, то есть этот грех между деревьями, землей, женщинами и кто еще? А? Деревья, да. Деревья. И земля, да. И вода, да? А, вода, да, и вода. Пена на воде, вот это вот грязное, это греховные реакции Индры. Нельзя такую воду пить. Иначе можно, да, разделить с Индрой тоже последствия. Вот. И отец Вишварупы, да, совершил ягью, чтобы создать демона, который убьет Индру. Но произнес не очень правильно слова, и поэтому появился не враг Индры, вернее, не убийца Индры, а тот, кто будет, ну, в общем, тот, кто будет, как это сказать, соперником Индры, да. Но Индра победит его, конечно, в счете. Это немножко акцент неправильно был произнесен, и появился Вритрасура, великий демон. Но самое интересное, то есть он был настолько могущественным, боги ничего не могли сделать, даже ваджра Индры была бессильна перед Вритрасурой. Вот, и тогда Кришна, и посмотрите, Кришна помогает все время. Кришна лично, да, посоветовал, или кто там, Брама, да, ну, в любом случае, Кришна через Браму, и, в общем, посоветовали обратиться к мудрецу Дадхичи. По-моему, Господь сам там вмешался уже, сейчас не помню точно деталей. Мудрецу Дадхичи, да, и взять его кости. Представляете, вы приходите к кому-то и говорите, слушай, отдай свое тело. Не привязывайся, да? Дадхичи вначале даже начал так Мабындрой. Ну, тело — это самое дорогое, что есть у человека. Что вы такое просите вообще? Вот, как вы можете, да, то есть просить такое? Там, и полубоги начали там ему проповедовать. Не будь привязан к этому телу, да. Вот. Он на самом деле над ними так посмеялся, чтобы они задумались тоже о своей привязанности к телу, к этим удовольствиям. И потом он легко отдал тело, сказал, ладно, берите, я просто пошутил. Вот. И полубоги, да, получили кости Дадхичи, сделали мощную ваджру, молнию, такую из, уже из его шакти, из его костей, закаленных аскетическими подвигами. И даже с этой ваджрой Индра не мог победить. И Вритрасура над ним проповедовала Индра, ну что ты так привязан к чувственным удовольствиям? На самом деле цель жизни — достичь высшего совершенства, любви к Кришне. Вот. Ну, в общем, так вот они. И тут Индра понял, что он сражается вообще с чистым преданным. Ему стыдно стало, потому что его преданность была гораздо ниже. И вот смотрите, какая слава чистой преданности, что даже она может проявиться даже в теле демона, да, то есть да, вне зависимости от происхождения, чистая преданность, она может, да, она трансцендентна, она независима даже от положения человека, от его происхождения. Вот, чистый преданный может быть даже такая личность, как Вритрасура, страшный демон, который там пожирал целые армии там, и так далее, то есть очень странное, да, то есть проявление, но при этом... То есть так описывается слава чистой преданности на этом контрасте, да, то есть описывается слава чистой преданности. Поэтому в других Пуранах, когда прославляется Шримад Бхагаватам, говорится, что Бхагаватам — это произведение, в котором описывается история Вритрасуры. Даже не история, где Кришна танцует танец расы, то есть это не упоминается. Говорится, это Пурана, в которой описывается история Вритрасуры.
Вот, потому что именно эта история, она, ну, как бы показывает суть, которую Бхагаватам передает, это чистая преданность. Вот. И нечистый преданный воспринимает своих наставников как, ну, как некие... важный инструмент, чтобы добиваться материального благополучия. То есть он почитает наставников, чтобы те, ну, как бы благословляли, давали им материальные, удовлетворяли их материальные желания, да, то есть проводили необходимые яги, да, то есть чтобы вот, чтобы я процветал, да, то есть вот. Они как бы, они тоже мои слуги, да, то есть подсознательно такой человек как бы заказывает, да, то есть покупает этого наставника, и как бы тот должен исполнять все его... в общем, необходимые ритуалы. То есть у нечистого преданного может возникать вот такое настроение. То есть мы видим, как здесь у Индры проявляется тоже. То есть Индра понимал величие брахманов, он все как бы понимал, но вот этот дух наслаждения, он заставляет человека все равно смотреть свысока даже на своего наставника. Видите, в чем опасность? Да, то есть нечистой преданности, что человек, ставя себя в центр наслаждения, да, то есть он начинает свысока смотреть даже на... там, наставника, духовного учителя. Вот. И, конечно же, в таком состоянии человек не способен воспринимать духовное послание, духовное наставление. Однажды один брахман пришел к царю. Этот царь сидел на троне и сказал: «О, великий мудрец, дай-ка мне наставление о трансцендентном знании». И тот сказал: «Кто ты такой вообще? А ну, слазь с трона вообще, кто ты такой тут?» И тот, что такое вообще, ну ладно, слез с трона, говорит: «Садись сюда». Потом сам зашел, сел на трон: «Теперь слушай». Так вот, да, ему показал, да, как правильно нужно воспринимать. Вот, но известен также случай, как Дроначарья и Друпада были друзьями в своей школьной жизни. И когда они расставались, Друпада сказал ему: «Слушай, давай, я хочу, чтобы мы остались друзьями». Он сказал: «Ну, у меня нет никакого царства, как мы можем дружить дальше? Да, давай я тебе половину царства отдам, и все, и мы будем друзьями дальше». Вот. Ну, тот сказал: «Нет, я браман, я должен просто, да, жить не как царь. Но если мне что-то понадобится, я когда-нибудь к тебе приду». И вот он в какой-то момент, он так... такой нищенский образ жизни вел, что у него не было даже возможности своему сыну дать молока. Вот, и однажды он услышал, как другие дети мелом подкрасили воду, белую водичку сделали и сказали: «Вот это молоко, белая жидкость». Тот никогда не пробовал молоко, представьте, то есть, ну, не знает, что такое коровье молоко. И он попробовал и сказал: «Ну, вкусное, интересный вкус». И мальчики начали хохотать с него. Вот. А Дроначарья очень был расстроен, да, подумал: «Боже мой, я даже сыну молока не могу дать. Пойду-ка я к своему другу схожу, к Дроне». И когда он пришел к Дроне, Дрона увидел, да, брахмана нищего, стоящего весь такой в обшарпанной одежде. И Дрона сказал: «О, друг, я пришел к тебе, да, навестить тебя». И тот сказал, сидя на троне, да, сверху, сказал: «Ну, дружба может быть между равными. Ну, типа, ты ниже меня. Поэтому не нужно так говорить. Вот. Если тебе что-то надо, я могу тебе дать, о брахман. Но дружить могут только равные». И Дрона так был, ну, как бы задет. То есть он отвернулся, да, ушел. Вот. Потом изучил воинское искусство. То есть это был его план, как Дроне, проучить Дрону. Ой, Дрону, Друпаду. Вот, и он пришел и стал наставником для обучившегося Парашурамы, то есть воинскому искусству. Он стал лучшим учителем воинского искусства. И он пришел и обучил пандавов, да, и потом и кауравов, и отправил их пленить Друпаду. И это было сложно. 100 сыновей Дурьотханы вначале попытались, 100 сыновей Дуритарашты вначале попытались пленить его, ничего не смогли сделать. Потом пандавы, да, приняв, получив благословение своего учителя,
отправились, и Арджуна проявил необычайную, да, смекалку и на ходу, да, запрыгнул на колесницу Друпады. Вот, и сначала стрелами, да, то есть он выбил у него лук, все как бы разбил его лук, и потом запрыгнул и мечом, да, приставил горло и сказал: «Все, ты идешь со мной». Вот, и тот привел его и бросил к стопам Друпады, Дроначари. Дроначари сказал: «Ну вот теперь мы равные. Я не буду забирать все твое царство, половину заберу только, а половину тебе. И теперь мы будем на равных и можем дружить, как раньше». Но теперь Друпада был, да, уязвлен, да, и начал тоже совершать яги, чтобы Дроначарию проучить. Ну так вот эта вся история Махабхараты была. Но видите, все возникает из вот этой... то есть когда есть дух наслаждения, то есть человек наслаждается какими-то богатствами, властью, привязывается к этому, да, то есть он перестает видеть других, перестает уважать других. Какой-то там Дрона, да, то есть он в обшарпанной одежде, то есть как мы можем с ним дружить, да, как он может такое вообще говорить? Кто он такой по сравнению со мной, да, то есть так. И здесь что-то подобное у Индры происходит, то есть Индра в своем великолепии, то есть в самом, как был кульминацией его удовольствия, да, то есть все прославляли его, вот, богатство, все, слава, почет. Очень изысканными, там в раю очень умеют красиво петь, гамхарвы, апсары танцевали прекрасно, то есть все настолько у него чувства были, просто горели, он пил этот, как ему казалось, нектар. Да, и тут, да, появился Брихаспати. Вот, и он не смог, да, отказаться от этого наслаждения и выразить почтение. Вот в этом проблема. То есть человек может быть благочестивым, он может быть преданным, но если у него нет вот этого, как этой чистой веры в чистое преданное служение, да, то есть он просто, ну, просто преданный, да, и смысл его преданности в том, чтобы хорошо жить в этом мире, да, то есть наслаждаться, то, соответственно, очень большая опасность, да, совершить какой-то проступок, потому что дух наслаждения все равно является смыслом, да, жизни человека. Его смысл даже не освобождение, тем более не духовный там какой-то мир, это смысл быть счастливым в этом мире. И, конечно, дакша, он олицетворяет тоже такую нечистую преданность. Вот одна из историй здесь как раз про дакшу. До этого дакша уже совершил ошибку. То есть Шива — это чистый преданный, а дакша — нечистый. И вот Шива появляется на арене жертвоприношений, дакша, да, начинает его оскорблять. И Шива просто уходит, потом, да, вся эта история происходит, Шива лишается, ой, этот дакша лишается головы, голову козла получает, да, это вот то, что, да, вот эта вот привязанность к собственным удовольствиям, к обрядам каким-то, вроде бы религиозной жизни, но ради чувственного наслаждения, да, то есть это как человек, как козел, да, то есть на самом деле выглядит со стороны, вот, с духовной точки зрения. Вот, то есть он предназначен для высшего, занимается какой-то, да, ослинной деятельностью или козлиной. Вот, и после этого, да, вроде бы дакша раскаялся, все, прости, Шива, да, я не понял твоего положения, или вернее, ну, я возгордился, там, ну, в общем, он прославляет Шиву. И тут же, да, Нарада Муни происходит та же самая ситуация. Да, Нарада Муни отправляет сыновей дакши в отречение, то есть он 10 тысяч сыновей дакши, они должны были продолжить дело своего отца, но они все стали чистыми преданными, пообщавшись с Нарадой Муни, и все ушли, да, они не захотели участвовать в деле его отца. Дакша сдержался первый раз, потом еще 1000 сыновей породил, и опять Нарада Муни всех их отправил, да, заниматься, в общем, все приняли отречение. И дакша, да, начал проклинать, да, Нарада Муни. Вот. Потом он опять исправился, но тем не менее, да, это вот проблема, да, то есть человек
он как бы с нечистой преданностью он воспринимает смысл жизни в том, чтобы приумножать, да, свои просто материальные процветания, материальные богатства, наслаждения расширять, вот, и в рай попасть, в конце концов, да, то есть и там наслаждаться. И даже мы видим, как это не только в ведической культуре есть, но и в других традициях. Это цель достичь рая. Это как такая второстепенная цель. Это на самом деле элементы кармаканды тоже, вот этой материалистичной религии. И, конечно, мирская религия, если человек следует этим ведическим путем, то есть в конце концов она постепенно очищает человека. Если человек следует ведам, то есть потихоньку он приходит к этой мысли. А какой смысл вообще вот в этих всех вот, ну, ритуалах, наслаждениях? Потом опять нужно опускаться на землю, опять совершать яги, потом опять подниматься в рай, то есть какое-то время наслаждаться, потом опять падать. То есть какой смысл в этом? Может, есть что-то более высшее? Да, и он узнает о том, что более высшее — это достичь мокши, а еще более высшее, да, то есть это достичь, вернуться назад в духовный мир, свое изначальное положение. И есть высшая дхарма, да, то есть санатана дхарма и шримад-бхагаватам, дхарма проджата кайтаватра, да, то есть это Бхагавата Пурана устанавливает высшую истину, опровергая полностью любые религиозные концепции, преследующие материальные цели. Да, то есть, и, собственно, эта песнь Бхагаватам в особенности, да, то есть она показывает разницу между чистой и нечистой преданностью. И, соответственно, то есть нам, как ученикам, да, то есть в духовной жизни, нужно быть осторожным, чтобы... То есть наши отношения с духовным учителем тоже должны быть правильные. Иногда преданный, у которого еще не сформирован должным образом, как его вера, что ли, скажем так, да, то есть и там присутствуют примеси какие-то материальные, они начинают думать, что духовный учитель должен, да, ну, благословлять меня на какие-то успехи, да, материальные, не знаю, на обретение, так сказать, богатств. А зачем еще нужен духовный учитель, да? То есть он должен благословлять, да. Вот, и, или он должен быть, там, не знаю, удовлетворять все мои желания, бесплатным психологом. Там, в общем, разные, да, разные могут быть. Вот. Нет, ученик обращается к духовному учителю, чтобы получить наставление, как очистить свою жизнь и достичь высшей цели жизни, да, то есть как обрести высшее духовное совершенство, развить чистую преданность. Вот. Нет никакого смысла идти по пути просто чувственных удовольствий. Как мы видим, это сопряжено всегда с большими проблемами. То есть вот эта история Индры, а Индра — это царь небес. То есть он лучший из полубогов. То есть он в 100 раз больше наслаждения получает, чем сам, даже главные полубоги. Вот. То есть раски удовольствия, то есть в 100 раз больше его наслаждения, чем другие все полубоги. Вот. И при этом... Да, то есть мы видим, сколько проблем, да, он все время переживает, постоянно, в общем, демоны тут, в общем, ждут, как только он опять, да, наступит на те же самые грабли, тут же, да, демоны становятся сильными, и Индре приходится, да, прилагать огромные усилия, чтобы опять восстановить себя в своем положении. Вот, и Индра, убив Вритрасуру, то есть он... Проблемы его не закончились на этом, да. Потом какая-то чахоточная старуха начала гнаться за ним, да, то есть он убегал от нее, чтобы, ну, то есть она должна была передать ему болезнь эту, то есть он спрятался в озере, да, то есть и через трубочку дышал там долгое время. В общем, такая, да, в конце концов, да, он как-то смог избавиться от этих последствий. Вот. И когда, самое интересное, что когда, ну, эта проблема с ним произошла, он сказал, ну, как бы, дорогие полубоги, давайте разделим последствия, да, то есть, что, я один должен нести, что ли, я же от имени всех вас убивал Вритрасуру,
И все сказали, ну, это твои проблемы, Индра, ты сам решай. Мы будем наслаждаться дальше. Индре пришлось, да, самому решать эту проблему. Да, видите, вот дух чувства наслаждения всегда эгоистичен. То есть люди думают, да, о себе, о своем благе прежде всего. Вот. И шестая песня показывает, что Господь поддерживает и тех, и других, и нечистых преданных, и чистых. Но разница в том, что нечистый преданный, он будет столько проблем у него будет разных, как у Индры, чтобы просто, да, жить и наслаждаться в этом мире, придется, да, много очень проблем получать. Это сам дух наслаждения, он порождает все это. И в конце концов, да, такой человек вынужден вновь рождаться в этом мире, опять проходить через все эти рождения, смерть, старости, болезни. Тогда как чистый преданный, он возвращается назад к Кришне. Да. То есть вот в этом, да, суть. Шестой песни Бхагаватам, то есть она показывает превосходство чистого и преданного служения над нечистым. Харе Кришна. Да. Может, что-то хотите обсудить? Пожалуйста, давайте пообсуждаем. Да. Харе Кришна, Махарадж, дорогие преданные, спасибо огромное за лекцию. Скажите, пожалуйста, как вот избавиться нам от синдрома Господа Индры, когда... Ну, это просто смотришь про, на персонаж этот, он постоянно на какие-то вот одни и те же грабли наступает и не делает выводов. Почему-то. Почему-то не делает выводов. И порой, так читая Бхагаватам, видишь, что, по сути дела, моя жизнь может быть точно такая же. Я могу наступать на те же грабли и не делать выводов. И как вот это преодолеть, выйти из этого состояния и по-настоящему, есть ли возможность в нашей жизни обрести эту чистую преданность Господу? У нас есть уникальная возможность. Ну, конечно, говорится, что общение с садху, да, то есть или с вайшнавами, с чистыми вайшнавами, открывает врата освобождения. А общение с материалистичными людьми, пусть даже благочестивыми, открывает врата к деградации, да, то есть вот к запутанности в этом мире. Поэтому Господь Капила советует своей жене, у нее такой же вопрос, по сути дела, был, как разорвать вот эту вот связь, да, то есть как это сделать. Вот. Он посоветовал ей, общайся с садху. Потом он описал, кто такие садху. Да. Садху — это титикшева каруника, да, то есть качество прежде всего. То есть они сострадательны, терпимы. Ну и другие качества, конечно, он описывал. И прославил путь преданного служения. Вот, то есть для того, чтобы очистить свои какие-то устремления в этом мире, нам нужно регулярно получать общение Шивы Прабхупады, да, общение его представителей, то есть чист, ну, преданных, которые идут по этой пути чистой преданности. И культивировать это вместе с другими искренними преданными, да, здесь, обсуждать это, развиваться. Ну, собственно, то, что вы делаете. То есть постепенно это меняет мотивацию. Обычно человек приходит к Богу по четырем причинам. Либо он страдает, либо он ищет богатство, либо любознательный, либо ищет знания. Да? То есть четыре типа людей приходят к Богу. И это все нечистые преданные еще. Это все такая мирская еще как бы религиозность. Они приходят к Богу, чтобы решить какие-то свои вот задачи или из любопытства. Ну, в общем, разные могут быть мотивы. Вот. И... В восьмой песне будут описываться эти истории вот, разных людей с разными мотивами. Например, Гаджендра, он как предался Господу из страха, он был в страдании, да, то есть страдающий, олицетворение страдающего. Потом полубоги пахтают океан, они жаждут, да, богатства, да, то есть артха-артхи. Вот. Потом, соответственно, идет следующий у нас любознательный. Его олицетворяет Шива, который узнал о том, что Господь явился как Махинимурти. Он сказал, Господь, покажи мне эту форму, очень-очень любознать, очень хотелось бы ее увидеть. Да? Вот. Ну, в общем, да, все эти. И в конце, кто там, Сатьяврата Муни, да, с этим, с...
с Матси-аватарой. Он поклоняется Матси-аватаре, потому что хотел получить знания, да, то есть трансцендентные знания. То есть показываются эти моменты. В общем, это дальнейшее уже как бы развитие. Вот, то есть четыре типа людей приходят к Богу, но они могут стать чистыми преданными, если они общаются, у них есть возможность общаться с чистыми преданными. И вот Шрила Прабхупада так устроил наше общество, что у нас есть такая возможность. Да, то есть мы каждый день читаем его книги, да, то есть мы изучаем Бхагаватам, по сути дела, под его руководством. То есть мы фактически вот, ну, как бы находимся вот в этом постоянном общении. И постепенно мотивация меняется. То есть это можно видеть в этом движении, как человек приходит вначале, то есть у него какой-то непонятный мотив, в голове намешано что-то, но постепенно-постепенно раз у него пробуждается вот это чистое стремление, и он становится, да, чистым преданным. Поэтому Шрила Прабхупада, когда его спросили, сколько в вашем движении чистых преданных, а у него там движение из хиппи в основном состояло, да, то есть молодежь, вот, которая ничему не следовала до этого. И он спросил, сколько у нас там учеников? Он говорит, около 5000 Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада сказал, вот, да, столько у нас чистых преданных. Почему? Потому что все они искренне следовали руководству Шрилы Прабхупады. И вот это является основополагающей, да, то есть основой для того, чтобы перейти в состояние чистой преданности. Когда я уже не... То есть для меня... То есть я подчиняю свою жизнь не своим каким-то желаниям, я не на основе своих привязанностей, антипатий действую. И там, не знаю, гуру и Кришна, они как бы вот, ну, как некая аура, которые, ну, помогают мне в достижении моих целей. Да? То есть это не чистая преданность. А когда преданный принимает руководство, то есть с этого начинается, по сути дела, путь чистой преданности. Руководство гуру принимает шикшу, дикшу, да, то есть и следует его указаниям искренне, применяя в жизни, то есть опирается на них в своей жизни. Вот это вот, из этого вырастает уже чистая преданность. Происходит очищение, анарха-неврити, преданный утверждается ништха преданности, развивает ручи, вкус и так достигает совершенства. То есть таким образом. Вот. Поэтому в духовной жизни очень важно, ну, действовать под руководством чистого преданного. И вначале преданный принимает руководство Шрилы Прабхупады, потом уже дальше выбирает кого-то из его представителей, чтобы более конкретно уже развиваться. И дальше, соответственно, происходит уже развитие. То есть так. Так у нас эта проблема решается, поэтому у нас движение чистых преданных. Но нечистых тоже много. Они очищаются пока. Вначале нечистые, но потом чистые. Важно, чтобы мы всегда продолжали доследовать, как бы, программе данной Шрилы Прабхупады. Это будет преображать, да, то есть общество, преображать сердце людей. Да, пожалуйста. Хари Кришна, Гуру Махарадж, спасибо за ваши лекции. Вопрос такой возник. Вы только что говорили о том, что важно общаться с преданными и, ну, как бы избегать общения материалистов, ну, насколько это возможно. И у меня такая проблема, которая много лет не решается. То есть у меня есть подруги, они не преданные, и они как бы как требуют внимания. То есть много лет, на самом деле, уже там больше 10 лет. То есть я как бы, они знают, что я преданная. При этом они говорят, ну, мы в Бога не верим. Но они мне звонят, у них какие-то проблемы, я им помогаю, они мне там, ты мой спасательный круг, ну вот что такое. И как бы я не могу, ну, жестко как бы, ну, говорить, ну, я же не могу сказать, я не хочу с вами общаться, да, то есть, и при этом, ну, чтобы как бы не испортить репутацию преданных, понимаете, то есть, ну, я чувствую, что это общение, оно меня на самом деле уже давно, ну, тяготит. Потому что, как бы, я, сколько я говорю о Кришне им, ну, они так чуть-чуть слушают и потом быстро переводят, ну, тему, ну, на свои мирские проблемы, там, вот такое. И как бы они все равно не принимают Кришну как личность, Бога не принимают, да, и при этом они хотят общения со мной. И вот какая-то такая ситуация непонятная. То есть мне трудно, я ничего им уже не могу дать, я вижу, да, но они нет, ну... И такое ощущение, что как на чувстве вины, ну, то есть не хочется просто, вот она стала преданной, вот все преданные там такие зазнавшиеся, не общаются, и вот я в такое вот... Ну, эти отношения можно оставить,
чтобы помогать им потихоньку накапливать благочестие, связанное с преданным служением. Так или иначе, понемножку говорите им о Кришне, кормите просадом. Вот, они и сами бегут к вам на общение. То есть преданные выходят, чтобы пытаться людей там пробудить с книгами, там люди убегают от них, а тут сами к вам бегут. И вы просто книги открываете, так, пришли, хорошо, давайте почитаем сейчас, в чем проблема, да, и по чуть-чуть, да, то есть немножко им давать. Ну, по чуть-чуть и получается, а потом они вот переводят на свое. Это естественно, то есть у них же там как бы еще, но они потихоньку, им нужно накопить благочестие, связанное с преданным служением. То есть самое главное, чтобы вы в этот момент были, ну, не просто вот опускались на уровень такого мирского общения. То есть я имею в виду, что они, конечно, будут говорить, но вы внутри должны помнить, что вы инструмент в руках Кришны, и молиться о том, что мне сказать и сделать, чтобы помочь им сделать еще несколько шагов по направлению к Кришне. Вот это будет вашей защитой, если вы это настроение будете поддерживать в процессе такого взаимодействия. Вот. И, соответственно, ну, Кришна будет давать вам какую-то, ну, интуицию, что ли, что сказать, что сделать. Сама медитация на то, как послужить Кришне, да, в этой ситуации, будет, ну, побуждать вас вот действовать как инструмент в руках Кришны. Да, то есть так. И так они потихоньку будут накапливать благочестие, связанное с преданным служением. Потом, в конце концов, вы уже почувствуете, когда вы можете сказать, так, все, хватит, вот четки. Повторяете Хари Кришна, да, то есть хватит тут ныть. Вот, нужно решать проблему в корне. Да. И все. Ну, это, конечно, может не сразу произойдет, но в какой-то момент, да. И сами становитесь более лучше преданные. Если вы были более еще сильные преданные, то есть, может быть, быстрее они бы, да, прогрессировали. То есть, если мы хотим помочь нашим близким, нужно улучшить свое преданное служение. То есть так. Но то, что они тянутся к вам, используйте эти связи, чтобы помочь им, да, духовно вырасти. Либо они, ну, как бы, да, найдут другую подушку, да, в которую можно поплакать. Вот. Либо они будут меняться, да. Ну, старайтесь так делать, чтобы их не оттолкнуть. В то же самое время, чтобы они потихонечку, да, получали, по чуть-чуть. Вот. А потом куда-то скажете, а ну, тут вот семинар сейчас будет, какой-нибудь проповедник, может быть, будет, или еще кто-то, ну, опытный, преданный, кто для внешней аудитории дает какие-то программы. Вот, и можно их туда повести, или дать какие-то лекции послушать. Так, одна подруга, она со мной даже на фестиваль ездила и на Рощерецке служила. Потом приходила домой, и такие предлагают, она со мной предлагает. Но она мне упорно твердит, что она не верит в Бога, и что Кришна Бог, и что Кришна Личность. Но при этом все равно приходит. Ну все, супер. Верит она или не верит, главное, что приходит. Не переживайте. Спасибо. Все нормально, она в процессе. Все хорошо. Хари Кришна Махарадж, спасибо вам за прекрасную лекцию. Я хотел спросить, вы в лекции говорили, что у ученика не хватает веры, как бы он оскорбляет, просит материальные желания исполнить свои, как достичь крепкой, твердой веры в Верховного Господа и к Духовному Учителю? Ну, я только что, да, мы говорили на этот вопрос, еще раз, да, то есть важный вопрос. Через общение с тем, кто является доносителем, да, этой преданности. Вот. И в нашем случае это прежде всего Шрила Прабхупада. Да? То есть мы читаем, изучаем книги с его комментариями, обсуждаем их, то есть и таким образом утверждаемся в этой чистой преданности, развиваем правильное сознание, правильную веру. Вот. И, естественно, те преданные, которые тоже стремятся развивать эту чистую преданность, это тоже чистые преданные, потому что они устремлены к этому, да? То есть у них есть эта цель. Вот. Даже если они еще, может быть, многое не знают, не умеют, все равно с ними благоприятно общаться, потому что они, ну, в нужном направлении идут. Вот. Поэтому стремитесь читать книги Шрилы Прабхупады регулярно, приходите вот на встречи с преданными, и постепенно-постепенно все как бы, ну, произойдет перемена в сердце, когда вот, очень сильно захочется служить Господу. Спасибо. Хари Кришна. Да.
Благодарю за лекцию, нектарные истории, мудрые ответы ваши. Хотела бы спросить, в начале нашей программы перечисляли оскорбления, разные виды оскорблений. Там было, что нельзя проповедовать неверующим, да? А здесь тоже спросили про подруг, и они неверующие, и здесь получается ответ, что им нужно мягко, но вести проповедь. И вообще даже на улице, когда раздают книги, как вот здесь совместить, где этот баланс, где можно... Нельзя проповедовать славу святого имени неверующим, а проповедовать неверующим нужно. А, вот. То есть мы должны им дать веру сначала, а потом рассказать о славе святого имени. А неверующим рассказывать о славе святого имени, они не поймут, только оскорбят святое имя. Или начнут его использовать просто утилитарно как-то, да. То есть мы не должны так, ну, как бы говорить. То есть говорить о Кришне, то есть прославлять его имя, вот, ну, форму, качество, даже игры. То есть человеку, который, ну, как бы завидует Богу, да, сильно. То есть мы только разожгем в нем вот эту зависть и злобу какую-то. Вот. Поэтому с ним нужно говорить, а вы знаете, что вы не тело, вы душа. Вот. И что есть, ну, определенные здесь законы, кармы. Да? То есть, ну, это я так сейчас кратко как бы темы обозначаю. Вот. И что есть разные виды деятельности. Есть благочестивая деятельность, есть греховная деятельность, есть вообще трансцендентная деятельность. Ну, вот эти все темы, темы, как действовать, чтобы не страдать, да, то есть как избавиться от страданий, как достичь успеха, да, то есть это все темы, от которых можно отталкиваться, то, что будет интересовать людей, даже материалистичных. Вот, и постепенно можно помочь им, как, ну, сформировать правильное понимание, правильную веру, и у них появится в какой-то момент мысль, что-то в этом есть. Похоже, что, может, действительно Бог есть. Дай-ка я разберусь, почитаю книги. Да, то есть вот у них уже зарождается вера. И читая книги Шрилы Прабхупады, продолжая эту тему изучать, приходя уже на встречи с преданными, в какой-то момент у них проявляется истинная шрадха. То есть признак шрадхи — это то, что они, у них появляется вера в путь чистой преданности. То есть это означает, означает, что они поняли, что развитие чистой преданности — вот смысл жизни. И они начинают, естественно, практиковать, повторять джапу, и, соответственно, ну, изучать там книги, принимать руководство. То есть человек становится на путь чистой преданности. Все, теперь можно рассказывать о славе святого имени. Благодарю. То есть проповедовать можно всем. Проповедовать нужно даже. Не можно, а нужно. Благодарю. Господь Читание приказ вообще дал. Всем преданным стать преданными, вообще всем во Вселенной, всем живым существам во Вселенной стать преданными и идти всем, да, говорить о Кришне. Поэтому это хорошо проповедовать. И проповедь означает, что вы делаете что-то, чтобы человек приближался к Кришне. Делаете или говорите. Не всегда можно сказать, да, то есть люди могут быть, ну, по-разному, да, в разном состоянии, но вы можете что-то сделать, вот как в данном случае, да, то есть они приходят, вы даете им поддержку, они к вам располагаются, да, то есть благодарят вас. И так потихоньку накапливают сукрити. Это тоже способ. Вот. И вы что-то по чуть-чуть им говорите. Они пока не слышат. Это для них не актуально. Для них актуально вот... Но они чувствуют в вас какую-то опору, да, то есть вот приходят и за это вас уважают. И потихоньку накапливают благочестие, общаясь с вами. Вот. Ну, потихонечку, да, давайте им знания, просад обязательно, ну, в общем, все это вот. Потихоньку люди будут меняться. Благодарю. Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. Вот когда мы получаем вот что-то, получаем там деньги, что-то такое вот, и мы начинаем этим наслаждаться. Вот у меня было неоднократно так, что когда вот я там зарабатывала денежек много там и начинала наслаждаться, то есть то купила, то хотелочки разные. И тут вот это, вот этот источник наслаждения, он сразу угасал, то есть то деньги переставали идти, то что-то еще случалось. Как вот именно находить вот этот баланс? Потому что, ну, деньги, они на самом деле в мире очень огромные, ну, наслаждения большие дают. И вот... Камасья нендрия притир лабхау дживета явата дживасья таттва джиджнаса нардхо яшчеха карма пьих.
То есть в Бхагаватам говорит Сута Госвами, что кама или наслаждение необходимо для того, чтобы поддерживать здоровую жизнь. То есть вы можете удовлетворять свои чувства в той степени, чтобы ну, вести здоровый образ жизни. Ну, не больше этого. То есть чрезмерное наслаждение, оно начинает, ну, ну вот просто... Ну, вот именно, что чрезмерное. Да, вот это вот... Почему? Потому что смысл жизни — задавать вопросы об абсолютной истине, да, то есть развиваться в этом направлении. Если вы будете пренебрегать, да, какими-то потребностями физическими, там, не знаю, ну, там, пищу нормальную не будете принимать и, ну, что-то не будете достаточно делать, то, соответственно, это может привести к тому, что вы не сможете спокойно, да, у вас придет, ну, какое-то беспокойство или там, ну, здоровье нарушится, да, то есть будет трудно духовной жизнью заниматься. Поэтому здесь какой-то баланс, конечно, нужен, вот, но нужно развивать вкус в духовной жизни, да, то есть так, постепенно это сбалансирует. То есть нужно подчинить свою жизнь достижению этой высшей цели. И тогда, соответственно, нет ничего плохого в том, чтобы поддерживать свое тело в здоровом состоянии, иметь необходимую одежду, да, то есть, ну и так далее, да, то есть делать необходимые вещи, чтобы, ну, как бы чувствовать себя эмоционально и духовно в здоровом состоянии. Вот. Ну а чрезмерность всегда у вас, вы будете на этом острие бритвы. Чрезмерно что-то сделали, Кришна вам даст тут же, да, покажет вам. Постепенно, по мере развития духовного вкуса, естественно, потребности какие-то уменьшаются, такие физические какие-то, да, то есть или эмоциональные даже. То есть вы находите удовлетворение полностью в духовном, да, в духовных отношениях с Кришной. Вот. И тут нужен действительно правильный баланс. И нужно научиться удовлетворять свою душу, да, то есть в духовной жизни, то есть получать это удовлетворение. Если вы не получаете удовлетворение в духовной жизни и запрещаете себе удовольствия какие-то в материальном мире, то вот эта неудовлетворенность внутри, она может очень, ну, как бы негативную развить в вас, вот эту вот претензию, какую-то обиду и все остальное, и в конце концов, ну, разобидитесь на преданных, на Бога, на всех. И духовная жизнь может закончиться вообще так. Поэтому тут нужен какой-то здоровый баланс, и нужно занять какое-то для себя удобное положение, вот, ну, чтобы вы чувствовали себя хорошо и с удовольствием как бы служить Кришне в этом хорошем, здоровом состоянии. И постепенно, по мере развития духовного вкуса, вы отрегулируете вот эту свою какую-то, ну, свои какие-то потребности телесные, эмоциональные, там, интеллектуальные и духовные, в конце концов. Спасибо большое. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки джай, Нитай Гаур Примананде.